Добрый день, дорогие друзья! Сегодня о любимом проекте о тротуарах. Хочется еще раз об этом сказать, потому что мы с вами договорились. В этом году за счет привлеченных ресурсов объем этих средств порядка 500 миллионов рублей, плюс около 100 миллионов средств у города, мы должны с вами решить задачу строительства тротуаров рядом с садиками, школами, поликлиниками, больницами, учреждениями культуры никак по-другому. И просьба на этом сориентировать внимание в первую очередь общественных наших советов. Что касается следующего года, мы должны заняться тротуарами там, где их нет, там, где они требуют обязательной реконструкции, и лишь в последнюю очередь рядом с администрациями, рядом с учреждениями власти. Если, уважаемые друзья, поступите по-другому, ничего личного. Средства будут отозваны, а что касается уже доверия и будущей работы, думайте, как найти себе работу в другом месте.